Всем привет, друзья! Сейчас нахожусь на мосту через Волгу в районе города Твери, город Тверь. Помню, год назад во время чемпионата мира по футболу забавный случай во время поездки автостопом здесь случился. Нас подвозили нас болельщики из Аргентины, из Москвы в сторону Санкт-Петербурга. И по-английски я, соответственно, сказал, что здесь можно будет увидеть большую и великую русскую реку Волга. Дело в том, что когда они здесь проезжали, они ее практически даже не заметили. Каким-то странным образом именно здесь, в районе Твери, вот в этом, где вот этот вот мост, здесь в Твери такая вот улица 50 лет октября, и до центра пешком отсюда где-то 3-4 часа. Вот, это основной мост через по трассе М-10. И здесь почему-то Волгу сейчас сужают, то есть она прям такой становится узкая, не знаю. За последние 2 года ее сужили в 2 раза, удивительно. Так что такой вот забавный случай был во время поездки автостопом год назад, во время чемпионата мира по футболу. Вот, ну, всем советую, конечно, тоже сюда съездить, здесь достаточно интересно. Вот сейчас здесь ночная такая вот Волга, и какие-то вот здесь вот такие вот сейчас вот работы идут, вот, то есть можно заметить, прям какой-то берег построили непонятный, вот, ну сейчас вечер, темно, но хотя бы вот так. А это трасса М-10 и в ту сторону город Санкт-Петербург. Ну что ж, пишите комментарии, бывали ли вы в Твери и когда планируете путешествие в Санкт-Петербург. Всем пока-пока!